День добрый, дорогие друзья, для вас это видео. Видео у нас будет называться «Что мне мешает?». Но не только мне, а многим людям. У меня есть некоторые соображения по этому вопросу. Пишите комментарии. Особенно интересно мнение людей. Любому человеку, особенно мужчинам, мешает первое то, что это те, кто курят. Сигареты. Вот это точно мешает. До 51 года я никогда не курил. И не понимал людей, которые тратят деньги на это все дело. Вообще не понимал. Мой отец курил всю жизнь. 51 год я закурил. Ну, сигарет в смысле. Вот. И ничего хорошего в этом не вижу. И в ближайшем будущем хочу это дело бросить. Второе, что мешает людям, не только мужчинам и женщинам, тоже в том числе, это алкоголь. Алкоголь – это бич. Это такое алчное, змеиноподобное существо, которое очень сложно победить. Уверяю вас. Я когда занимался спортом, не понимал, почему люди пьют. Ну, потом стал взрослее, там, отмечал праздники. Иногда очень редко. Вот. А сейчас, с высоты прожитых лет, скажу сказать, вам имею честь, как говорится, сказать, что алкоголь тоже мешает. Второе, что мешает людям, это... пешеходы. Я так называю людей, которые не друзья вам, а так какие-то пошапочные знакомые. Где-то там познакомились, когда-то что-то. Вот эти люди тоже мешают. Как правило, они обычно обременяют вас проблемами. И независимо от того, желаете ли вы это или не желаете, вы участвуете в решении этих проблем, которые вам сроду не интересны. Я отвечаю вам. Вот. Что еще мне мешает людям? Мешает людям, ну, такое посещение таких различных кафе, непонятно какого склада и типа. Вот это точно мешает. И мешают люди, которые вас обременяют финансовыми проблемами. Вот это тоже мешает. Поэтому, чтобы это все не мешало, то есть, надо просто написать на листочке. Я вот себе написал сегодня. Я в ночь был на работе. Вот. И почему-то работая на погрузке, я про себя думал, а почему так все происходит? Почему я рядом не вижу вот этих всех пешеходов, там еще кого-то? Думаю, вот ночь, 12 ночи, я работаю, они спят. Как несправедливо, понимаете, правильно, а? Не то, что я там устал или нытик я какой-то. Да нет, боже упаси. Ну как-то несправедливо, ну согласитесь, ребята. Просто несправедливо. Так что вот это видео, пусть оно даже не будет там набирать обороты, и вот там мало кто посмотрит. Но вот те, кто посмотрит, пишите комментарии. С удовольствием отвечу. Всего доброго. Как всегда, я желаю всем крепкого сибирского здоровья и кавказского долголетия. Поэтому, дорогие друзья, за здоровый образ жизни, за понимание, за позитив. За всех нас, дорогие друзья. Всем здоровья.